Ну что ты это? Давай что-нибудь рассказывай, Кирюха. Про что-нибудь. Доброе утро, друзья. Да, у нас сегодня... Вчерашний день насыщенный был. У нас появился новый ролик, ну, с моим участием, короче, да? Вот. А после него прямиком мы пошли хавать шашлык. Ну, кушать. Жарить. Вот. Да. Виски. Ты перебрал, коньяка, да? Выпили. Немного вчера перебрал. Не-не-не, я не перебрал. Просто, блин, я ожидал то, что на работу мы пойдем, как обычно, к 8 утра, а тут, нифига себе, в 5 утра я просыпаюсь, думаю, у меня есть еще 2 часа поспать, ну, полежать просто. Значит, Кирюха, ролик будет прикольный, я его смонтировал почти. Друзья, кто не в курсе, это канал Жека, или влоги Жека, или Жека родительский дом. Вот вчера снимали ролик с Кириллом про соль, что еще? Про кислоту еще. Да, про его жизнь. Вот, друзья, опять же, ну мы... Как, там не вся, конечно, жизнь была. Типа, такие моменты. Да, не пищевая, соль, друзья, если кто подумал. Не соль для ванн. Соль пищевая. Да. Ты что-нибудь сейчас можешь тоже интересное рассказать нашему зрителю? И ну, своей, знаете, жизни. Давайте вот одну историю такую небольшую. Это то, что вот мне сейчас вспомнилось. Это про микрофон, короче. Давай, давай. Вот. Мы тебя внимательно слушаем. Вы сами, точнее, откуда вы знаете? Вот. Типа наркотик секс у нас. Вот. И тут такая тема была, то что... Я же не буду с пацанами сексом заниматься, да? Вот, мы взяли... Вообще нас... говорят, извини, соль – это наркотик такой, голубой наркотик. Ну, понял, короче. Ну, бля, вообще, на самом деле, это пиздёж. Да, потому что пофигу, кого пороть. Типа, мне вообще ни до чего не было, когда я его фигачил. Типа, мне нифига там не было до этого. Мне было вот до вот этого, типа, за мной дроны летают. Когда ты соль принимал? Да. Для ванн. Давай, дальше. Типа... Я тебя перебил просто. Зашли мы в подъезд, накатали по вот таким дорогам. Очень покажи, по каким. И, короче, сидим, общаемся, пока приход идет. Общаемся. И фига, что-то меня так прикрывать резко стало, прямо так. Прям, блин. Ну и ладно, я не буду звуки там заводить. Да, меня так прикрыло, короче, что мне прям захотелось пиздец как чего-нибудь такого эротичного, девочку там поиграть с девочкой. Вот. А никого не было. Вот. Но была рядом перила. Я сижу. Серьезно, я не знаю, зачем я это делать начал, но я ее вылезу. Нифига себе. Серьезно, подъезд, я такой беру. Ты думал... Я не думал ничего, я не знаю, зачем я это делать начал. Типа, да пацанов там в любом случае не дошло, там не знаю, мне пофигу, что вы будете писать, я не знаю, зачем я это начал делать. Типа, бля, мне так кайфово было, мне хотелось что-нибудь, блядь, прям вообще пиздец. Все пацаны говорят, и вообще хорошо, короче. Ну хорошо, и что дальше? Что и было дальше? И типа, мы, ну, дальше мы пошли гулять и там общаться с девчонками уже потом, с прохожими. И это все спросит наш зритель. Тебя, а? Кирилл. И это все спросит наш зритель. Тебя, Кирилл. Я думаю, на сегодня хватит. Не, давай еще какую-нибудь историю очень такую интересную. Блин, да я даже не знаю, у меня башка не крутит на самом деле. Я встал 20 минут назад и уже на работу иду, блин, 6 утра времени. Типа, блин, у меня башка не крутит. Мне хочется побыстрее дойти на работу и там еще посидеть немного. У нас еще шашлык есть, короче, с тобой. Вот. Хорошо, друзья, мы вас ни в коем случае не агитируем на наркотики, этот канал.
Жека в влоге против наркотиков, но мы за шашлык. За сочный, вкусный шашлык. Так, что ты можешь посоветовать зрителю? Что, такого? Если сексом занимаетесь, занимайтесь от своего удовольствия. Типа, не надо его ни с чем смешивать. Типа, если ты хорош в нем, то, блядь, не надо еще экспериментировать больше. А, друзья, видите, какая у нас дорога? Длинная, предлинная. Вон, Кирюха, кстати, у тебя на руке татуировка, а ты уже вчера за нее пояснял. А что у тебя за три шестерки, можешь показать? А три как шестерки, у Моргенштерна. Это я черта зачеркнул, короче. Покажи, видим. Так, где она? Это самостоятельное дело. Нет, три шестерки покажи. Друзья, прям как у Моргенштерна. Где она у тебя, на какой руке? Не как у Моргенштерна. Подожди, не шевели рукой. Может быть, я ничего плохого о нем не думаю. Типа сейчас. Он получше меня живет. И красавчик. Короче, друзья. Три шестерки зачеркнуты и крест, чтобы всегда с собой был. Ага. Так. А у тебя был когда-нибудь передоз, что-нибудь, как мне расскажешь? Я хочу побыстрее пойти, может быть, ты умирал. Я не знаю, у меня от соли был, я не могу это назвать. Передоз — это когда я могу проспаться, сказать, потом. Но это все потом. Не, давай сейчас. Не хочу сейчас. Просто не варит голова, ну честно. Я хочу побыстрее, я хочу вот так вот пойти. Все, да? Да-да, скажи, а давайте там подписывайтесь, твое-мое. Да, подписочек. Нет, если давай. Не подпишешься, я ничего говорить не буду. Ну ты не в следственном изоляторе находишься, у дознавателя, поэтому как бы, я думаю, сейчас люди делятся информацией, мы же помогаем другим людям. Ну а они нам должны помочь, подписки-то. Да, друзья, поэтому подписывайтесь на канал Жека, ставьте комментарии, лайки, и не забывайте правду, будь здоров, делиться этим видеороликом в социальных сетях. Давайте, друзья, пока!